целью мошенничества проникла к человеку. Меня задержали при выходе. Эта женщина, пусть и неохотно, но дает признательные показания. Другого выбора у нее, похоже, нет. Ее задержали сразу после обмана 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. 9 сентября она под видом соцработника пожаловала в квартиру на проспекте Дзержинского. Сообщив о новой валюте, предложила срочно поменять все сбережения. Отойдя за паспортом и вернувшись, потерпевший недосчитался 5000 рублей в кошельке, которые ушли вместе с незваной гостьей. Правда, потратить украденное она не успела. Женщину задержали по горячим следам. Подозреваемая женщина 1977 года рождения буквально несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за аналогичное преступление. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, кража, ведется расследование. А эти женщины цыганской внешности были задержаны в Мышкине. И снова за мошенничество. Их жертвой стала пенсионерка. Дамы постучались к ней в дверь и попросили воды. Пока хозяйка ходила за стаканом, мошенницы ловко прошерстили квартиру. Нашли 30 тысяч рублей и скрылись. На розыск подозреваемых были ориентированы все наружные наряды полиции. Были организованы заградительные посты. Проверялся транспорт, который выезжал из города. Подозреваемых задержали в 15 километрах от Мышкина. Из города они пытались скрыться на автомобиле. Теперь всем троим в качестве наказания грозит реальный срок заключения. Александр Лисицын, место происшествия.